На сессии депутатский корпус внес изменения в бюджет республики на 2019 год. Изменения коснулись расходной части бюджета. Она увеличивается на 54 миллиона рублей. Доходная часть остается неизменной. Расходная часть бюджета увеличивается на 54 миллиона. И общая сумма расходов бюджета на 2019 год составляет таким образом 9 миллиардов 808 миллионов 50 тысяч рублей. Депутаты заслушали отчет председателя Национального банка Феликса Засеева. Проголосовали за увеличение уставного капитала Национального банка. Председатель Нацбанка подробно рассказал, с чем связано увеличение. Уставный капитал увеличивается на тот процент, насколько на это превышается, на резервный фонд. Резервный фонд за два года, до этого у нас резервный фонд не достигал 30%. Когда год заканчивается, банк получает какую-то прибыль. И в положениях там расписано, куда они распределяются. Резервный фонд, в данном случае возьмем, резервный фонд до этого, значит, там по положению предусмотрено 30%. Свыше 30%, когда достигает свыше 30%, направляется в уставный капитал. Законодательный орган страны единогласно проголосовал за награждение медалью парламента Южной Осетии Оламбек Тетурия старейшего депутата, заместителя спикера парламента Инала Мамиева, который отмечает 85-летний юбилей. Президент Азапула вручен орден дружбы. Человек готов себя служению своей родине так, как мог, на протяжении всей своей жизни. Я думаю, что для меня большая честь была, если бы наш созыв наградил медалью Тетурия. Парламентарии единогласно проголосовали за награждение медалью Оламбек Тетурес депутата Верховного Совета первого созыва. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.